За 2 года отремонтируют мост через Суру в Порецком районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик уже приступил к работам. Сегодня на объекте побывал председатель Кабинета министров Иван Моторин. Порецкий мост уже давно находится в аварийном состоянии. В 2016-м он частично обрушился, его подлатали и организовали временное реверсивное движение. Тогда же по нему запретили ездить грузовикам весом больше 10 тонн. Но, по словам местных жителей, водители запрет игнорировали. Уже идут подготовительные работы. Специалисты восстановили передвижную конструкцию для работ под мостом. Начали строить земляную дамбу к одной из опор. Ремонт пройдет в 2 этапа. Сумма финансирования 183 миллиона рублей. В конце августа по контракту мы должны завершить работы по ремонту пролетных строений по укреплению и по ремонту опорных частей. В следующем году планируем приступить к ремонту уже мостового полотна. Это замена бетонного основания, замена тротуарных плит на ортотропные плиты и асфальтирование. На объекте организовано реверсивное движение и продолжает действовать ограничение по массе до 10 тонн. При проведении некоторых видов работ не будут пропускать и трехтонники. Регламент предполагает и полную остановку. Надо тогда вот все графики работ согласовать, с районом отработать, чтобы вот не было там коллапса. Жалобы забросают там. Вот представь, всего по 2-3 часа ждать. Это люди должны знать, чтобы объезд лучше.